Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1142. Пончик может съесть 360 пирожных за 18 минут. А сиропчик – то же самое количество пирожных за 12 минут. За сколько минут пончик и сиропчик смогут вместе съесть эти пирожные? Давайте узнаем, сколько пирожных в минуту съедает пончик. Для этого нам нужно 360 пирожных разделить на 18 минут. Ну, если мы разделим, получим 20 пирожных. Значит, 20 пирожных съедает пончик за 1 минуту. Второе. Ну, а теперь узнаем, сколько пирожных съедает за 1 минуту сиропчик. Сказано, что он то же самое количество пирожных съедает за 12 минут. Значит, нам нужно 360 разделить на 12. Получаем 30 пирожных. Вот 30 пирожных съедает сиропчик за 1 минуту. А теперь узнаем, сколько пирожных съедают вместе сиропчик и пончик за 1 минуту. Значит, к 20 нужно прибавить 30, получим 50 пирожных. Съедают сиропчик и пончик вместе за 1 минуту. Ну и теперь мы можем определить, за сколько минут съедят все пирожные, все 360 пирожных вместе, пончик и сиропчик. Значит, нам нужно 360 разделить на 50. Ну, это все равно, что 36 разделить на 5. Давайте разделим 36 на 5. Так, 7, 35. Вычитаем, единичку получаем. Дописываем нолик, ставим запятую в частном. По 2. 0 остаток. 7,2. 7,2 минуты. За это время пончик и сиропчик съедят вместе 360 пирожных. Ну и нам остается записать ответ. Пончик и сиропчик вместе съедят все пирожные за 7,2 минуты. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.